сюда, вот, ух ты. Ну что ж, не помню, какая музыка будет, будет ли музыка-то самая чудесная. У нас вот сейчас что будет? Гонки. Украдите! Украдите один! Что украдите? $100, в смысле, украдите. Музыка, да. А, ускоренная музыка. Это гонки по несуществующей территории, заметьте. Сейчас увидите, насколько это несуществующая территория. Смотрите, что это за место? Странное место, то есть гонки по несуществующим местам. Ой-ой-ой, опять. А, динамит еще для того, чтобы... Они не сбивают, они просто мешают. А, смотрите, тут ящики, кстати, есть из ящикового режима, которые не обязательно уничтожать. Чё за... Противные ящики-то, да? Это не ящики, это динамитные ящики. Лучше их сначала уничтожать, тут нужно несколько кругов, да, проехаться. На самом деле, не так уж и тяжело. Даже не так уж и долго эти гонки все проходят. Несуществующие места, как мы любим несуществующие места, да? Мне по приятным местам, по знакомым местам гонять лучше. Мартышка куда летел? А то есть мне только один круг уже сделал всего лишь. Так вот это, видимо, конец, то есть начало-конец, да? Похоже, это был один круг. Отлично. Конкурсные галереи, спасибо. Так было слишком быстро. Ок, дальше. У нас приличный мир, тут у нас будет ящики разрушения. Сразу скажу. Заходи туда. Кстати, последние мини-игры, больше их не будет на самом деле. Я вас обманываю. То есть, за гамбургер, там еще можно будет собирать гамбургер, но там... Но... Музыка прикольная. То есть, настолько странная фигня, смотрите. Фигня плохая, мне не нравится тем, что... Куча икающих бутылочек. Но главный прикол в том, что, смотрите, здесь есть много несуществующих территорий. Особенно здесь. Я вам хочу показать несколько интересного. Помнишь, как мы уничтожили баночек? Возможно, больше, чем обычно. Так, нужно теперь лезть на деревья. Деревьев вы никуда не пройдете. И вы не пройдем. Без этих таблеток тоже никуда. Но все равно не кончилось. Тут еще видите, есть такая фигня, смотрите, мы разбиваем его. Что у нас 50 было? 45! Нужно было 45 почти! Вы серьезно? В общем, ладно. Давайте аккуратно, без икания, пожалуйста. Разрушаем здесь все. Максимальное количество здесь ящиков уничтожим. Которые в кучке особенно. Много их. Вот все, попрыгаем на ящики. Да куда же вы прыгать? Не туда. На деревья. Давай же. Да ёшки, мартышки, ну давай же. О, это будет тяжело. Не считая такая. Ладно, еще разок, пожалуйста. На этот раз давайте сразу лезть. А, нет, не сразу. Еще разок, кружок, как говорится. Большой кружок небольшой вот по этим ящикам вокруг. Все такие ящики бесплатные. Это чудесно. Давайте же.
Куда ты прыгаешь? Так выс... повыше на него. Требуйте-ка прыжка. Куда ж ты спрыгиваешь-то? Тихо, осторожней, ждем, 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 ждем. Сейчас. Скорее внутрь, смотрите. А застрелит вулкан какой-то. Здесь еще куча ящиков. Еще один! Снова не получилось. Five, дурацкая штука, four, да? Three, two, давайте в другую сторону. Go! Нет, не в другую. Сюда. Познакомимся там. Вот здесь, пожалуй, я сделаю. Еще чуток ящичков. Два. Теперь на дерево лезем, все. То, что надо. Так, еще чуток. Парочка этих. Полетели. Давай же. Готово, тебе смотрите туда. Существующие места, несуществующие ящики. Наблюдайте все несуществующие места быстро, пока я не успел. Все, готово. Но зачем я вам говорю исследовать несуществующие места? Потому что это интересно. Несуществующие места, в которых мы не были еще в этом мире. То есть это места, которые были придуманы специально для мини-игры. А теперь еще вот здесь кое-что. Ох, это печально, что так долго, но... на самом деле, что-то быстро получается. А здесь у нас будут... гонки? На вот этой фигне, которую я вам говорил. Три, два, один, go! Так, не ехать, надо просто нажимать, да. Не знаю, существующие места или, не, или существующие. Но вроде бы относительно существующие. Да, нет. Вот, кстати, каньон тут самый, в котором... да, это существующие места, видите, нас... гоняют уж по ним. Тут уже нормально все. Все бывает такое. Главное, чтобы не заносило. Поехали два круга, как вы помните. А вот это место не было, помню. Это место вроде было закрыто, но как-то оно. Видите, по кругу нас зациклили. Там-та-дам. Ну вот тут меня часто заносило, и я куда-то улетел не туда обычно. Так, погличка, я не помню, смотрите, куда мы ехали. Да, тут, смотрите, изменили немножко карту. То есть тут был подъем наверх, а теперь нет его. Это все? Это все? Ну ладно. Я бы еще погонял по этим гонкам, ну ладно. Продолжим, пожалуй. Теперь нужно садиться в вагонетку и уезжать, нафиг. Заметьте, как вы поняли, опять никаких ловильщиков нет, никого нас. Никто у нас никого не ловит. Куда иду, и там нет пути. Не съедайте ящики с динамитом еще разок. Давайте распарились туда. Ух, и по сюжету поехали. Да. Откуда они взялись, их не было? Вот что за маги? Какой город уклонно? Что за бред? Один переводчик лучше другого. Что плоский временно. Ай-яй-яй. Welcome to your doom, Mr. Devil. You think you can avoid this here dynamite and blow me up?
I don't think so. If you weren't such a slow thinking varmint, you'd notice the fragile crates is marked with big red crosses. And if you weren't such a dim-witted, pesky little furball, you'd never even see them four extra explosive firework crates here next to my own genius self. Now would you? Thought so, varmint. Here, cat. Смотрите, у него шлем появился. Тут это нам нужно... Смотрите, взрывать ящики. Иногда он будет бросать, и нам нужно аккуратно остерегаться взрывов. Очень прикольный способ. Потом будет чаще-чаще взрывать. И, кстати, у него написано на шлеме количество жизней. Значит, бросать динамиты как-то так. Очень много ждать сейчас, я примерно вот здесь. Пождать, потом вот так вот. Видимо, взорвать 4 больших ядовитых ящика. Тогда мы победим. Чак, на самом деле затупить здесь гораздо сильно можно сидеть. Тут можно даже вращаться. Можно. Че, дурак что ли я, да? Ой-ой-ой. Сам под взрыв попал. Чуть-чуть взрыв до сюда не достанет. Есть! Готова один штука. Вы это сами заметили. Можно немножко ускориться. Теперь он будет быстрее кидать всегда. Чак вот. Пожалуй, подожду здесь слегка. Что-то я забываю ускоряться. Ну, вот как относительно меня, как здесь игра держит на двух игроков. Где можно делать? То есть один играет взрывает, другой нет. Логично, да? Так, осторожнее. Скорость возрастает, давайте. Напишите такое. Он не просто скорость возрастает, а скорость и бросания, и скорость взрыва. Ой. Вот иногда вот такая тупость может возникнуть. Что неправильно делать. Шлем с жизнями, а? Откуда у него шлем появился, даже это нелогично получается. Ой, как-то я странно выжил. Вот так вот. Давай бросай еще. Ой, ёшки-мартышки! Давай! Последний, взрываемся! Ты победил! А, в шлеме! Почему в шлеме? О, сейчас у него исчезнет шлем. Такой символичный шлем, да? Как он так высоко прыгнул? Да чё за бред? Смотрите, какая фигня сейчас будет. Загрузка перед... перед кое-чем прикольным. Это, видимо, они не прогрузили сзади картинку, видели.
Слушайте, это туннель, который на самом деле нарисован. О, заметьте, доминошка. Это доминошка как похожа на... На что? На туннели, тут видите, нарисовано. А это что за бред сбоку? Облако сбилось. Нарисованное. Солнышко большое. Видели же такое место солнышки, да? Но мне видели такого вот солнышка. Бах. О, бой. Итак, долетели парк лечения Тазляндии. И это сразу и уровень, и местность. Смотрите, гамбургер есть. Тут даже дверь есть, чтобы выйти. Тут есть даже дверь, чтобы выйти. То есть это уровень, и при том у нас он по умолчанию включен. И главная местность. Вот Тазленд так называемый. Ну что ж, дверь мы заходить не будем, хотя зачем? Продолжение в следующей серии. Пойдемте в дверь. Ну и чё? Тут ещё будут на самом деле другие двери. Я не знаю, где они пропали, но... Потом увидите, зачем двери другие. Все разблокировано, можно тут ходить повсюду. Это последняя локация, последний уровень, можно сказать. Такой сюжетный, где разбивать все. Но, увидите, все позже. Все позже. Самый нелюбимый мой уровень. Ну, большой слишком.